Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Горячая линия». Я ее ведущий Андрей Остров. Как всегда, по средам мы разговариваем, точнее общаемся с муниципальной властью, что, какие новости у нас и так далее. Но прежде чем начать программу, наверное, сегодня вы не первый раз слышите. Я хочу поздравить всех своих коллег, всех связистов, всех тех, кто имеет отношение к теле и радио, с профессиональным праздником. Успехов, удачи и хороших материалов, хороших передач, программ. А вам, уважаемые зрители, смотреть нас с удовольствием. А сегодня я представлю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Евгений Шевченко. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. И сегодня мы поговорим о таком важном событии, не событии, точнее, о важном аспекте нашей жизни. Это питание в детских учебных, дошкольных и школьных учреждениях. Евгений, я насколько слышал, у вас готовится там грандиозный проект по тому, как питание будет изменено. Расскажите нашим зрителям, что ожидает наших малышей, наших детей, чем их будут кормить, как их будут кормить и как, самое главное, как отразится на здоровье каждого из наших детей. Спасибо большое. Я хотел бы, конечно, сказать в первую очередь о том, что городской властью уже сделано очень много за этот год. Если мы возьмем, например, наши школы, это 1-4 классы, вы знаете, питание сегодня стоит у нас для детей простых 8 гривен, для детей льготных категорий 9 гривен 10 копеек. И в начале года городская власть выделила на это с городского бюджета 16 миллионов гривен. Что касается детских садов, то сегодня стоимость детей до 3 лет составляет 16 гривен 35 копеек, а деток от 3 до 6 лет 21 гривну 15 копеек. Также здесь хотел уточнить, что самая у нас минимальная стоимость оплаты для родителей, это именно 60%. Я хотел бы также сказать о том, что у нас в этом году был изменен, скажем так, руководитель коммунального предприятия, который кормит детей. И, честно сказать, и все это ощутили николаевцы, и жители города, и самое главное, наши детки и родители, о том, что очень улучшилось это питание. Я хотел поблагодарить нового руководителя, и мы работаем в этом направлении. Но то новшество, которое мы хотим ввести, это по примеру наших городов, а именно Винница так делает, сделала уже, собирается сделать Чернигов, мы хотели бы предложить на рассмотрение депутатского корпуса вопрос о отстранении нашего коммунального предприятия от оплаты коммунальных услуг. На сегодняшний... Сделать такую льготу, как бы, да? Чтобы сделать дешев... такую льготу, да, потому что на сегодняшний день, к большому сожалению, норма питания для детей составляет всего лишь 52%. Это очень мало. Если же мы освободим наше коммунальное предприятие полностью от льгот электроэнергии, там, вода, газ и так далее, а эти услуги лягут на управление образования, то у нас получится определенный заработок, и мы сможем значительно, порядка 10-15% точно повысить нормы питания для наших детей. Потому что для нас самое главное – это качество питания. Спасибо большое. Я напомню нашим телезрителям о том, что вы можете позвонить нам в студию, и как раз вот по этой теме уверен, что будет немало вопросов. Сейчас телефон вы увидите на своих экранах. И звоните нам в студию, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Скажите, пожалуйста, есть еще когда-то, когда обсуждалась тема вообще питания, было очень много нареканий на тему закупки продуктов и на их качество, естественно, свежести и так далее. Как сегодня этот вопрос решился, либо решается, и что изменено, чтобы этому, скажем, препятствовать? Я скажу, это было одно из критериев отстранения предыдущего руководителя от занимаемой должности. На сегодняшний день, благодаря системе Прозора, у нас все закупки происходят только открыто. Все, кто желает, все, у кого есть возможность, все могут обращаться в коммунальное предприятие со своими предложениями. Да. И поэтому из-за этого качество питания улучшивается, и это самое главное видят жители города. На самом деле, люди приходят на прием, мы выезжаем, и городской голова, и я, и начальники управлений, на места смотрим это качество питания, контролируем, оно действительно улучшилось. Как говорится, тарелка стала гораздо сытнее. И тут никто с этим не поспорит, мы в этом направлении двигаемся. А этот критерий качества очень сильно зависит от открытости. Если раньше этого не было, было, скажем так, за закрытыми дверями, то сегодня качество питания мы
я не скажу, что мы на идеале его, но мы идем очень уверенно вперед по улучшению его. Вот, кстати, о качестве. Очень много было раньше, опять же, ну вот буквально полгода назад, год назад, очень много было жалоб от родителей, и, собственно говоря, вот сама система контроля за, вот, за этим качеством, она, ну, скажем, в основном, ну, то есть... Проблемы в этой отрасли поднимали как раз сами родители, активисты и так далее. Скажите, пожалуйста, а сейчас каким образом вот, осуществляется контроль? Что изменилось или так и осталось? Или это... Ну, в общем, каким образом сейчас осуществляется контроль за этим, за питанием, особенно удаленные, удаленные какие-то я школы? Я хотел бы поблагодарить очень много активистов, которые в этом принимали участие и принимают. Распоряжением городского головы в начале года была создана рабочая группа по трем направлениям. Это именно питание в детских садах и школах, это фонды школы классов и это онлайн-очередь поступления в детские сады. Я очень благодарен очень многим активистам, которые действительно принимали участие, принимаю сейчас участие и хочу официально заявить, что если есть факты некачественного питания со стороны родителей, именно факты. Если есть факты того, что в школах и детских садах преподаватели требуют деньги с родителей, именно преподаватели. Если есть факты о том, что заведующие детских садов требуют деньги за поступление в детские сады, я просил вас обращаться именно в управление образования, ко мне лично на прием, к мэру города, потому что этот вопрос стоит очень жестко на контроле. Еще раз хочу сказать большое спасибо нашим активистам, общественникам, представителям политических партий, потому что депутатскому корпусу, потому что они ежедневно проводят этот контроль на своих округах. Ну и мы совместно пытаемся решить эти проблемы, если они возникают. Но хотелось бы попросить, чтобы это действительно были факты, не просто разговоры, да, а факты, на которые мы будем адекватно реагировать и очень жестко. Если можно, может дайте какой-то горячий телефон, а наш режиссер его выведет потом на экран, куда можно обращаться в случае, если вот такие факты были замечены. Я, к сожалению, с собой не взял, но я вам оставлю распечатку. Это телефоны управления образования, это телефоны моей приемной. Это телефоны горосполкома горячей линии, поэтому... Ну, я попрошу тогда режиссера, если можно, найдите эти телефоны в интернете и дайте их, пожалуйста, на экран, чтобы люди могли себе записать по окончанию этой программы. А, что ж, продолжим тогда. А, вот, ну, сейчас похолодало, и вот тема как раз с теплом. А, с теплом тоже немало, ну, немаловажно в, ну, в детских садах, в школьных учреждениях в том числе. Очень много шло разговоров о том, что будет проведен теплоаудит, там, утепление и так далее. В каком сейчас состоянии это все? Насколько сегодня ну, готовы наши школьные и дошкольные учреждения принимать детей так, чтобы это не спровоцировало никаких там всплесков простудных заболеваний? На сегодняшний день мы провели очень большую работу в этом направлении. Это начиная от теплосанации, утепления детских садов и школ, заканчивая переход на альтернативные виды отопления. Я хочу также сказать о том, что в этом году сделали 28 пищеблоков, очень новых в детских садах. Это значительно улучшило работу и коммунального предприятия, и людей, которые там работают. Что касается энергоэффективности, то у нас целая программа будет разработана. Мы хотим сейчас сделать энергоаудит. Вы знаете, у нас сегодня есть новый заместитель городского головы по энергоэффективности, поэтому мы совместно с ним эти вопросы отрабатываем. Мы хотим реализовать наш энергоаудит и на следующий год бюджет забить еще большее количество. Это и замена окон, это и утепление фасадов, это и котлы, оборудование и так далее, и так далее. Ну, если наглядный пример, вот у нас есть школа номер 4 и номер 29. Там у нас еще две котельные, которые являются балансоутримовачем, которых является Николаев облтеплоэнерго. И вот мы в следующем году, они находятся в подвале. Это недопустимые вещи, и мы в этом году реализовали, сделали проект, и на следующий год забиваем деньги, переносим этих котелен, энергоэффективно переоборудование их и перенос в то место, где они должны находиться. Поэтому в этом направлении мы работаем, очень много сделали, я думаю, что на отчете городского головы, который будет скоро, мы все расскажем в деталях. Ну, в деталях мы будем рассказывать вам в пятницу. Кстати, тема в деталях будет посвящена эксклюзивному рассказу о том, как тратится городской бюджет. Это такой маленький анонс. В пятницу в 21:00 Вячеслав Симченко, он нам пообещал эксклюзивно что-то рассказать, что он не говорит, но мы послушаем. А вернемся к нашим детям. Да, сегодня мы вот как раз тему детей будем обсуждать. Скажите, какие еще программы и проекты вот вы считаете? Вот сегодня вы абсолютно правильно подметили, что вот есть, ну, ровно год, когда Александр Сенкевич стал
стал мэром. Как вы считаете, за вот этот год, что кардинальным образом, по вашему мнению, изменилось в отрасли, которую вы курируете непосредственно как заместитель? Что вот 25 лет не делалось и сделалось именно вот сейчас, или какую-то там динамику получило, какой-то новый тренд? Ну, если мы берем отрасль образования, то я эти три пункта назвал. У нас на сегодняшний день онлайн очередь в детские сады. Каждый желающий может зайти, каждый родитель может зайти на сайт городского совета, посмотреть, как его ребенок стоит в очереди, каким стоит в очереди, кто стоит перед ним и так далее, и так далее. Этого не было, но оно, может, и было на таком уровне. Но все равно самым знаковым, я считаю, это запрет фондов, которые раньше были. У нас раньше был в школе фонд школы, фонд класса, учительский фонд и так далее, и так далее. Мы в этом году, вот сейчас была сессия по истечении 9 месяцев, проработав с депутатским корпусом, согласовав это, конечно же, с мэром, выделили дополнительно денег, а именно 1 миллион 34 тысячи гривен на каждую школу до конца года на покупку бумаги канцелярской товара и бытовой химии. Суть основная в чем? В том, что основными людьми, которые собирают деньги в школах или детских садах, это должны быть родители. Только от них должна исходить инициатива на какие-либо нужды собирать деньги. Городская власть в этом плане решила помочь, и мы хотим, чтобы фонд был один. И самый главный аспект, который я хотел бы сказать, это фонд должен быть безналичным. Он так и есть. Если то есть собираться на специальный счет, да? На специальный счет. Обязательно никакие наличные деньги не должны ходить ни в школах, ни в детских садах. Есть распоряжение внутреннего управления образования о закрытии этих фондов, либо переходе, если существуют они. Если же родители сами или только сами желают оставить этот фонд, хотят собирать деньги, то они собирают подписи и оставляют его. Но мы хотим от этого уходить, потому что не должно ходить на лишних денег в школах и в детских садах. А городская власть в следующем году, в этом году мы до конца года, я уже сказал, забили эти деньги, и они есть, и будут выделяться. А на следующий год мы также планируем на весь год выделить какие-то средства, которые раньше никогда не выделялись, и помогать школам и, самое главное, родителям. То есть если я все правильно понимаю, вот я думаю, зрители тоже волнуют вопрос. То есть вообще такая статья расходов, как там канцелярские принадлежности и так далее. Канцелярские принадлежности и бытовая химия, да. Это 100% до конца года уже этого не будет. Если кто-то из учителей скажет, что принесите нам на бумагу до конца года, то я тоже просил бы реагировать на это. А в следующем году мы будем стараться добавить еще какие-то пункты. Но как минимум эти два точно будут также профинансированы из городского бюджета. Это как бы помощь в первую очередь родителям, чтобы закончились это ношение денег, как оно было раньше, когда-то в школы. Вот мне сейчас пишут в интернете, пишут счет для добровольно-принудительных благотворительных взносов. И такой вот злобный смайлик. Вот давайте еще раз вот всем разъясним до конца, чтобы было понятно, что не может быть или может быть добровольно-принудительные фонды. Что с этим делать, если такие инициативы? Вот как вообще должно быть по науке? И вот для чего были выделены деньги, чтобы что убрать? Должен быть один счет, по нашему мнению, один счет, и только безналичный. И пополнять этот счет должны родители только по своему желанию, и точка. Добровольно принудительно. А распорядителем счета этого кто может? Конечно же, тоже только родители. Родительские комитеты, которые собираются, вместе решают, куда эти деньги собираются, на какие нужды идут, туда. Это только родители должны делать. То есть, что касается нас, то мы хотели их и помогаем максимально в выделении денег на канцелярию, на бытовую химию, чего раньше никогда не делалось. А если это добровольно принудительно, то это, на это надо реагировать, и мы будем на это реагировать очень жестко, потому что действительно есть внутренний приказ, вплоть до увольнения руководителя. Я считаю, что за каждые такие вещи должен отвечать руководитель. Рыба гниет с головы. Если такие вещи происходят в школе или в детском саду, то ответственность должна нести руководитель в первую очередь. Они об этом все знают, они об этом уведомлены. Поэтому я прошу реагировать, только просьба к нашим жителям города, чтобы это были факты, не просто разговоры, извините, в интернете или так, по телефону и так далее. Если есть факты, то приходите, и мы очень адекватно и жестко еще вот на это отреагируем. То есть, еще раз, если я все правильно понял, то любая инициатива там, учителя, воспитателя, собрать какие-то наличные деньги, вот она сейчас нивелирована. Все это будет уже
художественная самодеятельность данного конкретного, человека. Учреждения, либо это школа, либо детский сад, но вы также должны понимать, что у нас работает порядка 10 тысяч человек, да, и я проконтролировать ни я, ни управление образования, ни мэр не можем всех, но мы к этому идем. Угу. Если происходит такое постоянно в школе или в детском саду, то ответственность несет в первую очередь директор или заведующий. Ну, а потом то есть, приходя сейчас, например, на собрание в школу там, или в садик, если учительница говорит «сдайте», то, в принципе, можно сразу с этим «сдайте», это ну, факт, я так понимаю, да, и идти к вам и говорить о том, что вот такой факт имеет место быть. Да. Ну что ж, это достаточно болевая была проблема очень долгое время, и очень многие действительно активисты и просто неравнодушные родители жаловались на это и говорили о том, что это, этот как бы корень зла существует. Сейчас как бы в наших руках, собственно говоря, сделать так, чтобы это прекратилось, и для, на это, ну, вот, для этого и разработана эта программа. Давайте о ней еще подробнее поговорим. Какие еще нюансы, вот, связанные со школьным образованием, добавили что-то, ну, вот, новое? Мы с вами предварительно разговаривали, где-то месяц назад вы говорили об этой программе, но вот сейчас вы о ней вскользь, а давайте, может быть, подробней, что какие еще новшества в нашей системе образования, какие болевые моменты были решены? Вы знаете, на самом деле болевые моменты, это были вот в этих трех направлениях, которые мы были, питание, фонды и онлайн-очереди. Я также хотел бы, пользуясь случаем, попросить родителей не создавать эту проблему самим, потому что запрет учителям и директорам школ и заведующим детских садов – это хорошо, но не разводите коррупцию сами. Не предлагайте деньги, не давайте. Если будут, еще раз повторюсь, факты, то реагируйте сразу на них. Что касается... Это по всем направлениям. Точно так же онлайн-очередь, детские сады. Также хотел бы добавить, что в каждой школе у нас висят информационные стенды на сегодняшний день, где родители смогли посмотреть, сколько денег выделено в этом году на капитальные поточные ремонты, сколько использовано денег, какой остаток. До этого были фонды, также остатки по фондам там висели. То есть это те кардинальные вещи, которые, ну, на сегодняшний день... за последние пару лет не делались. Что ж, давайте теперь поговорим, вот мы, если мы уже, Коля, о детях, да, мы начинали с питания, сейчас мы говорили о том, о вот этих вот, ну, о болевой проблеме, связанной с этими сборами добровольно-принудительными. Давайте вот еще о чем мы говорим. Есть еще такой досуг, да, детей, вот эти вот наши там дома творчества и так далее и тому подобное. Ну, я краем уха слышал о том, что они тоже подверглись ряду новшеств и, собственно говоря, каких новшеств, вот, думаю, что вам слово? Ну, новшеств там на самом деле очень много, потому что наши дома творчества во всех районах города – это очень большие коллективы, очень большую работу они проводят. Новшества связаны с тем, что мы попытались, скажем так, больше их нагрузить работой выступательного характера, более, знаете как, раскрыть их потенциал. Но, к сожалению, у нас вот возникают некоторые проблемы. Я вот тоже, пользуясь случаем, хотел бы поднять проблему, которая недавно была сессии городского совета, именно по нашему ансамблю «Алиски». Он находится в Ангульском районе, там есть вопрос по размещению, они там находились в здании Ингульского района, также там арендовала, если я не ошибаюсь, областная организация скаутов, и там стал какой-то сыр-бор, и начали разбираться, и хотели, в общем, или хотят сейчас наш этот коллектив, скажем так, выгнать. Я хотел бы сказать, что этот коллектив насчитывает порядка 500 детей Ингульского района, и не только Ингульского, завоевывает очень много премий, гран-при, почти каждые выходные ездит на очень много соревнований и прославляет наш город, не только в Николаеве, в Николаевской области, но и всей Украине. Поэтому не должен коллектив сталкиваться вот с такими проблемами. Мы обязательно этот вопрос решим. Это большая проблема, когда начинают заниматься не профессиональной деятельностью, а решать проблемы, связанные вот с тем, что кто-то хочет кого-то выгнать, с хозяйством. Да. Ну, это вопросы, скажем так, нашего решения, и мы обязательно все сделаем для этого. Поэтому вот этим мы хотели бы так же самое отстранить от решения и заниматься на профессиональной своей деятельностью. Понимаете, как точно так же затрону вопрос, очень важный. Я думаю, жителям города будет очень важно это услышать. В новой структуре городской власти предусмотрено УКС, управление капитального строительства, самостоятельно. Только хотел вам задать этот вопрос. На сегодняшний день большой проблемой является то, что заказчиками
И, к сожалению, там исполнителями работ является управление образования, здравоохранения, культуры, спорта, департамент соцзащиты. Я считал, считаю и буду считать, и городской голова точно так же считает, что учитель должен учить, врач должен лечить, культура должна развивать нашу культуру, а строитель должен строить. Это очень важные вещи. Не должен ни начальник управления, ни там, заместитель начальника, ни кто-то там лазить по крыше и это проверять. Мы к этому вопросу идем, это очень важный вопрос, и в новой структуре это есть. Я думаю, депутатский корпус нас это поддержит, у нас есть понимание в этом направлении с депутатами. Поэтому мы очень двигаемся, мы развиваем социально-гуманитарную сферу и будем развивать ее дальше. Здорово. Вот как раз касаясь вот УКС, я хотел вам этот вопрос задать, но вы сами о нем заговорили. Действительно, очень много было трудностей, связанных с тем, что, например, главврач больницы или директор школы занимается тем, что контролирует, как прораб, там, как его прораб там, делает эту же крышу. А скажите, а как будет вот предполагается, каким образом будет приниматься вот, акт выполненных работ в этом случае? Будет ли контролировать это УКС, или все-таки это будет, или будет школа все-таки принимать, то, ну, насколько качественно сделана эта работа? Для этого в УКСе есть специальный отдел, который называется технадзор. Они будут контролировать, они будут выполнять работы, они будут выполнять проектные работы, они будут ремонтировать, а школа будет, как и должна, перерезать ленточку, приглашать родителей, наслаждаться теми ремонтами и качеством, которое сделано, и находиться там. Как баланс утримывать просто этого здания, ну, управление освитой. Есть еще такой нюанс, я хочу специально для наших зрителей проговорить, потому что он остается в тени, это касательно депутатского корпуса, я надеюсь, что мы совместно на депутатский корпус повлияем. Недавно, общаясь с Василием Гашовским, да, он говорил о том, что есть большая проблема в определении очередности вот, теплосанации, утепления и так далее, объектов, ну, в частности, о школах шла речь. И он предложил такую простую, собственно говоря, такую простую математику. Утеплять сначала те, кто тратят больше денег на квадратный метр. Ну, то есть, в принципе, логично, да. То есть, раз на отопление уходит больше денег в какой-то школе, значит, там не выполнены какие-то работы по утеплению и так далее, и с них надо начать. Сейчас, как бы, столкнулись с проблемой с тем, что депутаты начали тянуть одеяло на свои округа. И вот давайте вы сначала мою школу, а вот у меня партийные квоты и так далее. Вот мне хотелось бы, ну, совместно с вами, во-первых, ну, либо опровергнуть, либо подтвердить эти слова, и все-таки, наверное, как-то к нашим зрителям обратиться, вы все-таки общайтесь со своими депутатами, пожалуйста, в своих обращениях говорите о том, что нужно подходить нужно разумно, по-хозяйски. Ну, и все-таки ваши комментарии по этому поводу. Ну, комментарий такой, что у нас депутатский корпус очень хороший. Я вам скажу честно, год назад я так не думал, но сейчас я это понимаю, так как они меня, и не только меня, и всех начальников управления, просто не дают выйти, не дают прохода. И я считаю, что это хорошо, потому что каждый волнуется за свой округ, независимо от партийной принадлежности. Я вообще считаю, что горосполком должен быть хозяйственным органом, тем органом, в котором решаются проблемы для наших горожан. И депутатский корпус, еще раз скажу, все депутаты, все 54 депутата городского совета по всем направлениям, не дают проходу просто, это хорошо. Пользуясь случаем, конечно же, хочу сказать жителям города, что реально обращайтесь к депутатам, приходите в приемную, просите их. Второй вопрос, то, что не хватает финансов на все потребы, которые есть. Но я согласен здесь с вами, как вы сказали, нужно сделать паспорт каждого заведения, энергоэффективности паспорт, школы, детского садика и так далее. Потому что любая заявка на ремонт, который нужно делать, на капитальный, на поточный, там, да, на строительство, она формируется с потребы. И на сегодняшний день, если в какой-то школе есть потреба, ну, в выделении денег на утепление, вернее, там холодно, да, то есть, вы правильно сказали, она больше потратила денег на электроэнергию, или на газ, или на котел, да, то, конечно же, логически надо было туда сразу направить деньги. Но у нас при формировании бюджета на следующий год основными критериями есть это те объекты, которые недостроены в этом году, недостроены будут, то есть, пройдя тендер, в которой прошла работа, в этом году перенос на следующий год. Также реализация проектов, которые также были сделаны в этом году, и по энергоэффективности точно так же. А потом уже идет у нас потребность наших учебных, лечебных заведений культуры, спорта, в том, что требуют депутаты. Но еще раз хочу их поблагодарить, потому что они хорошо работают, они молодцы,
И они переживают за горожан, за свои округа. И так, я считаю, и должно быть в депутатском корпусе и в их работе. Что ж, спасибо. Наша программа практически подошла к концу. Подводя итоги, я хочу обратиться к нашим зрителям вот с какой просьбой. Если вы столкнулись с некачественным питанием своих детей, если вы столкнулись с попытками поборов в школах, в садиках, пожалуйста, обращайтесь в управление, либо пишите мне на страницу в Facebook, я обязательно Евгению Шевченко передам все ваши обращения. Только, пожалуйста, ну, чтобы они были действительно больше фактическими, а не в принципе где-то там воруют или где-то там что-то просят. То есть, если есть какая-то дата, там, предположим, если это было собрание, там дата, поскольку собирали, кто собирал. Эти все факты, естественно, будут перепроверяться и будут реагироваться. А по поводу питания, пожалуйста, следите за здоровьем ваших детей в ваших руках. К сожалению, действительно, уследить за всем невозможно, это правда. И наше гражданское общество, которое сейчас только просыпается, реагирует на все вызовы нашего времени, как раз и формирует те изменения, которые происходят. Я благодарю Евгения Шевченко за то, что было у нас. Спасибо большое. Я прощаюсь с вами до следующей среды. Мы опять будем говорить о чем-то очень важном и интересном, связанном с муниципальной властью. Надеемся, что нас посетит мэр, поэтому будем ждать ваших звонков, вашей обратной связи. Спасибо, что были с нами. До свидания.